Несмотря на прошедшие кратковременные осадки, но с учетом долговременных метеорологических прогнозов, постановлением главы города Горячий Ключ введен особый противопожарный режим на территории района. В связи с чем введено ограничение на пребывание граждан в лесу, кроме тех лиц, которые осуществляют лесохозяйственные работы. В связи с этим хочется обратиться к гражданам и гостям нашего города о том, чтобы не посещать в данное время, в ближайшее время лес с целью недопущения нарушения каких-либо пожарной безопасности, провести уборку на своих участках, которые прилегают к лесу, выполнить все первичные мероприятия по недопущению нарушений. Также хочется напомнить гражданам о том, что в связи с введением особого режима штрафы за нарушение пожарной безопасности они кратно возросли. Так, на граждан, допустим, за нарушение предусмотрены штрафы в размере от 5000 рублей, а на юридических лиц уже от 300 до 500 тысяч рублей. Вот. Но цель не главная – наказать граждан за нарушение, о том, чтобы не допустить возникновения лесных пожаров и развития чрезвычайных ситуаций. Вот этот особый противопожарный режим, он вводится, как правило, на 21 день, вот. Затем, в зависимости от обстановки, может продлеваться. Вот. Поэтому пока что предположительно, что он будет до 15 июля действовать.